Всем добрый вечер. Значит, сейчас пойду на вечернюю прогулку. И у нас собрался мусор. Вот мы покупаем такие бутылочки воды. Вот сейчас начали покупать большие, по 6 литров роса. Вот такие вот две бутылки стоят 380 литров. Вот. Сейчас их я буду в отдельный контейнер кидать. Ну, это мусор. При выходе из подъезда тут такие, кстати, ящики. Вот они все вертикальные. А при выходе из подъезда есть тут такой включатель, который включает уличную лампу. Вот если ее не нажать, то свет гореть не будет. Вау. Вот такой вот вечер. Я теперь думаю, как мне фотоаппарат снять с руки. Это парикмахерская. А вот. Иду выбрасывать вот этот мусор. Вот тут мотоциклист стоит. А сзади едет машина. Сейчас мне надо дойти до мусорки. И тут вот, кстати, ремонт электротехники всякой. Вот. Тут вон с собачкой гуляют. О, даже тут пробка образовалась. Никогда не было. Представляете? Вообще никогда не было ее. А, не, ну они, в общем, просто что-то стояли. Вау, вон там раздолбали дорогу, сделали большую яму. Так, выбрасываем сначала мусор. Понятно. Так. О, этот пустой. Кидаем. Закинули, закрываем. Вот. Вечером уже все пекарни, пиццы вот такие вот уже закрыты. Они вон вообще до скольки? До 3 часов, с 7 до 3 работают. Все продают и закрывают. Вот это. Ждем, когда загорится красный. Загорелся, переходим. Переходим дорогу. Вот такой вот вечер. Вот. Тут еще что-то открыто. Это мороженка какая-то. Вот уже магазин, все, они, видите, закрыли. Закрывают. Вот, Етл. Это популярная соцсеть. Здесь. Ну, я не знаю, сколько популярная, но одна из популярных. Так. Спортивный магазин. Кстати, сюда я не заходил. А, или заходил, уже не помню. Давайте зайдем, посмотрим вообще, сколько обувь стоит. А, ну ладно, я с этими с бутылками не пойду туда. Сейчас надо скинуть бутылки мне. Вон, химчистка есть. Там такие вот спиральные. Так, идем. А вот и наша мусорка. Вот. Виднеется. Вот она. Убираем сюда. Бутылки. Вот туда просто. Все туда.
Там, кстати, немного бутылок. Я все вытянул. В обувной мы потом зайдем. Вот гуляют. Вот тут что-то остановились. Так. Вот он я. Сейчас решил прогуляться. Пойду в сторону рынка. Туда. На улице не холодно, но я на кофту накинул все равно. Потому что что-то может быть прохладно, и это все же хуже, чем тогда, когда можно снять кофточку. Народу сегодня не так много, кстати, обычно. А, ну, наверное, потому что сегодня будний день, завтра пятница, всем еще на работу. А вот в пятницу уже много народу гуляет, и, соответственно, сейчас его мало. Вот трамвай весь. Трамвайчик там не помню. Кстати, сейчас недавно мы делали копию ключа. Я хотел показать. Короче, я думал, у него на вывеске будет. Копию ключа делали, стоит 1100, что ли, динар, почти больше 500 рублей. Я не знаю, где какие цены, но в общем, как-то мне показалось дороговато. Вот там вот уже виднеется площадь, а мы пойдем вот отсюда. Сейчас курс тут, вот у них можно поменять по 117. Евро, ну да, на динары, евро на динары, 117, немного чего-то. Тут вот все для животных. Ладненько, ребят, я отключаюсь. Я уж не знаю, куда этот я вставлю. Влог. В какой я вставлю раздел. Не знаю. Мне еще... Ух ты. Подумал, в эту вступил. Смотрите, как подсвечивается здание. Красиво получилось. Но тут в центре не так много, где подсвечивается. Вот он ждет, пока кто-нибудь проедет. Вот они, видите, видите. Ладно, идем дальше. Чтобы вы видели, вот вот так вот паркуются люди. Вот видите, он еле-еле впихивается сюда. Но в итоге встает. Вот здесь все плотно встают, очень плотно. Вот тут тоже плотно. И тут плотно. Ну-ну. Переходим дорогу. Вот такой. На таком катаются люди, мопеде. Вот, представляете, какой вот мопед. Вот люди. Вот эта девушка поедет вот на этом мопедике.
Вот она стоит. Скоро поедет. Вечером все вот гуляют, гуляют. Все уезжают домой. Некоторые переулки, конечно, темноватые. Я иду. Немного темно, если не знаешь переулок, то темно.